здороваться в это бытовое воскресенье и круглосуточный дождь. Сказать привет, привет, привет. Да. Вот так вот. Привет, всем приветики. Ну, насчет кроссовки не знаю. Совсем такое бытовое воскресенье. Ездили там за продуктами, блендер покупали. Все, спасибо большое. Родилась я в Санкт-Петербурге. Вот. Так что я давно не уходила на связь, решила просто так выйти. Я со Степой. Едем домой, на улице дождь. Весь день такая серость. Поехали. У меня рост 178. Ижевск. Привет, Ижевск. Я в пуховичке, да. Дождик на улице. А, да, кстати. Что бы должен был в Ижевске строить вам скейт-парк, но что-то у вас там... В Озимпарке, а у вас новый мэр. Мэр сменился, и так что не будет у вас, к сожалению, скейт-парка. Должен был быть очень крутой у вас скейт-парк, у вас до этого был хороший мэр. А, брови у меня, ну да, то есть... Как сказать, они были от природы, там их выщипала, как все в юности, сейчас снова отрастила. На мне сейчас нет абсолютно никакой помады. Вес 53. Степа, Степа, покажи Степу. Нет. Да. Я вопросы, ну, вообще успеваю обычно читать, но сейчас я как-то невнимательная. Я даже не думаю о том, что я в прямом эфире, я так поболтать. А вот этот вот веденский отель небольшой. Пришел на пуховике классный. Ну, такой он мягкий, плюшевый, как, знаете, мишки плюшевые игрушки. Вот. Степану привет. Степан, тебе привет. Он по телефону разговаривает. А у Степы рост 180. Так, красиво сейчас с тобой. Спасибо большое. Ксения. Я просто три варианта скину. Степа выше меня. Ну, на 2 сантиметра, господи. В жизни одинаково, на самом деле, выглядим. Любимый цвет в одежде. Да. Черный, белый, бежевый, коричневый. Не знаю, даже нет любимого цвета в одежде. Где его Porsche? А, Степе Каен продали мы давно уже. Ну, мы на самом деле уже к дому подъехали. На самом деле я вышла просто так, действительно, поздороваться, то я что-то ни в Инстаграм, ни в Перископ не выхожу. Сказать, что жива-здорова. Вы в Питере хотите оставаться жить? Ну, на данный момент, да, в Санкт-Петербурге. Какую обувь вы посоветуете на зиму, кроме УК? Не сильна в этом вопросе, не могу ничего посоветовать. На Айтау, Итау, я даже не знаю, что это, у меня там нету. Я, нет, почему я с челкой хожу, просто я ее прямо ношу, и когда волосы распущены, вот так вот. Рукоделием. Я, кстати, думала недавно, что я хотела бы шарфик связать, как ни странно, так что, может быть, куплю себе. Маша Закарян, специалист по рукоделию. Да, Маша Закарян, да, себе шапочку делала с какими-то пуговичками. Ну, давайте я потом выйду в какой-нибудь небытовой день, когда я буду красивая и там рассказывать вам про косметику, что-нибудь подобное. Сегодня у нас такой бытовой день, и мы как бомжи, на улице дождик, так что до встречи. Челку не ношу, потому что у меня волосы кудрявые, и нет времени ее выпрямлять. Ну, ребят, давайте потом. Все, вас люблю, целую.